Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать, как можно сделать из шаров подарки на Новый год. Засовываем внутрь конфеты шариков и делаем такую конфетку. Тоже очень красиво, очень оригинально. Саночки с Рафаэлло. Тоже делается все очень просто. И вот такой снеговичок. Тоже в животе у него находятся конфеты. Спасибо за внимание.